день, с вами снова Роман Луби и мой ассистент Китаев Артем. Сегодня мы покажем базовые освобождения от захвата. В традиционном джиу-джитсу они называются нуки ноката. Очень частая ситуация, когда мой партнер ограничивает возможность работы моей работы руками для того, чтобы наносить удары коленями или ногами. Моя защита. Опять же, важно, вспоминаем, руки должны быть открыты, они не должны быть зажаты, потому что я могу таким образом, если Артем, допустим, меня ударит коленом в живот, я могу сделать блок. Если руки у меня будут зажаты, мне неудобно будет блокировать его удары ногами. Первое движение. Я должен уйти с линии атаки. Подтянуть руки вместе, для того, чтобы он меня не атаковал ногами. И уходя назад, поломать его позицию, его стойку. Я стою в хорошей, устойчивой позиции. Он стоит в неудобной позиции. Ищу уязвимое место в захвате. Это в сторону больших пальцев. Вытянул, атака, команда. Еще раз. С вами были Роман Баби и Китаев Артем. Не забывайте подписываться на наш канал Jiu-Jitsu MD, а также вы можете увидеть наши видео в нашей группе в Фейсбуке. Ссылка на Фейсбук будет в описании. Спасибо, хорошего вам дня. Осень.